Здравствуйте, это Анапа. Сегодня 9 июня 2019 года. Казаки сегодня собрались у летней эстрады. Там спортивные команды детские. Сегодня состоится открытие детского спортивного фестиваля, который проводит Анапское районное казачье общество. Сейчас казаки выдвигаются к русским воротам. Господин атаман, приглашенные казаки Анапского районного казачьего общества, участники Анапского отделения Союза казачьей молодежи, для проведения митинга построены главный советник атамана, казачий полковник Костырев. Здравия желаю, братья казаки! Здравия желаю, господин атаман! Вольно! Вольно! Караул выставить! К мемориальному памятнику «Русские ворота» и памятнику наказному атаману Черноморского казачьего войска генерал-майору Бескровному Алексею Даниловичу выставляется казачий почетный караул. В почетный караул заступают казаки Анапского районного казачьего общества, Таманского казачьего отдела, Кубанского казачьего войска. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Отче наш, еже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи Боже наш, благослови благое намерение и дело рабов Твоих. Славы город-курорт Анапа. Что хочется сказать? Сегодня это у нас пилотное мероприятие. Это наши казачьи спортивные игры, которые будут проходить на пляже. Всегда подчеркивали и говорили, что казачество — это оплот и защита государства российского. Сегодня мы воспитываем наше подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе любви к нашей большой и малой родины. Ну и, конечно же, мы не должны забывать, что спорт — это здоровье нации.
Я хочу вас всех поблагодарить, что вы приехали на наши соревнования. Также хотелось бы узнать традиции казаков анапской. У нас в Ростовской области недавно закончился фестиваль казачьих дружин детских, на котором ребята показали свою удаль. Это загитовки, метание спортивных игр детско-юношеского. Прошу без травм, чтобы все домой приехали живыми, здоровыми, закаленными и бодрыми. И набрались сил для следующего нового учебного года. От казаков Анапского районного казачьего общества и Анапского отделения Союза казачьей молодежи Кубани к памятному камню казакам, павших у крепости Анапы, возлагаются цветы. Сейчас участники мероприятия и спортсмены выдвигаются в Центр культуры «Родина». Ногу-ногу держим, ребята. Торжественная часть закончена. Сейчас все приглашены в Центр культуры «Родина», где состоится казачий концерт. Сейчас садим. А это знамя с тобой? Нет. Дай посмотреть. Я уже не знаю. Так подожди, это не станичка? Нет, это союз казачий.